вопросу о том, зачем нужен нож. Хотя бы есть вот такая вот мини-отвертка, которую можно здесь сделать до конца отверстие. То же самое отверстие возможно сделать еще и штопором, если нет отвертки. Еще в любом магазине при помощи ножа можно легко обрезать испорченную часть продукта. Кочерыжку от капусты. Соответственно, можно обрезать хвостики от бананов, либо отделить бананы от связки. При помощи открывашки можно где-нибудь на природе, либо в парке, открыть консерву и свободно поесть. При помощи отвертки можно отремонтировать поломанный чемодан, какую-то вещь в дороге. Вот этой штукой можно открыть любую консервную банку, закатку так называемую, либо бутылку. При помощи вот этой штуки можно зачистить провод, если есть в этом необходимость. Вообще нож это, на удивление, очень многофункциональный инструмент в условиях города, о котором можно разговаривать вечно. Но это все только начало. О том, зачем ему кому-нибудь нож в городе, каждый сам может высказаться в комментариях. Но самое основное, никто не будет спорить о том, что нужен он или нет, так как он надежный помощник, шансовый инструмент, который всегда пригодится в условиях города, в условиях даже не выживания, а облегчение труда, облегчение сосуществования в такой среде, как городские джунгли. Им легко воспользоваться. Какого он должен быть размера, каждый решит для себя сам. Большой, маленький, многофункциональный, либо там какой-то лом, фикс, либо складень. Все зависит только лишь от вашей фантазии. Кому-то нравятся тычковые, и этими тычковыми ножами я видел, как люди в городе, где-нибудь в парке на лавочке, свободно могут нарезать сосиску, колбаску, сардельку какую-то, положить ее на хлеб и поесть. И им для этого не нужен какой-то фикс, многофункциональный нож, опинель там, либо еще что-то. Я видел, как люди одним лишь мультитулом, зачастую это ленцы, либо какие-нибудь викториноксы, мультитулы, полностью заменяли рюкзак с инструментом. То есть даже приобретая китайца, они умудрялись им забивать и гвозди, и работать как плоскогубцами, и работать как кусачками, зачищать провода, где-то что-то поджимать, прокладывать, ну то есть как полноценным инструментом, да, убивая, да, через там год, скажем так, два, этот инструмент менялся на другой, но тем не менее цель оправдывала средства. Он всегда был под рукой, не нужно было с собой таскать кучу инструмента, достаточно было одного мультитула. И люди реально зарабатывали, работали им как профессиональным инструментом. Все зависит от навыка, от того, как ты можешь зачистить провод, как ты можешь зачистить трос на проводе, как ты можешь прокинуть этот провод без дополнительных креплений при помощи одной проволоки между
двух, там, трех или нескольких столбов. Как ты его можешь закрепить, там, допустим, на крыше, как завести его правильно в дом, в квартиру, дать человеку интернет, либо же связь какую-то, в частности, телефонисты. В их случае это да, нож-таки заменяют кучу профессионального оборудования. Так что задумайтесь. Если у вас до сих пор нет ножа, то почему? Если у вас есть нож, то стоит купить еще один, более лучший. Если вы раздумывали о том, какой приобрести, зайдите в магазин, посмотрите, что вам понравится. Потом выйдите из магазина, несколько дней подумайте, вернитесь обратно и купите Victorinox. В крайнем случае вы не пожалеете о своей покупке. Ну а если вам повезет и где-то на просторах интернета, на Авито, там, на Сланце или на каких-то других сайтах вы найдете Венгер, то считайте, что вам улыбнулась удача в лице такого концерна, как Венгер. Главное не бояться и заказывать то, что лежит в душе. Всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья.